Друзья, ну вот наблюдаем с вами с дальней стороны. У нас производится вываживание в районе третьей беседочки. Рыба сегодня более интересно себя ведет в разных локациях. Прям с утра начала их клевать. Возможно, все-таки погода более устаканилась, стабилизировалась. Так, не пойму, там что. А, есть, я уж думал, опять может сход, как предыдущий. Вроде добрал. Да, есть. Отлично. Рыба поклевывает, все хорошо. Друзья, очередная поклевочка у нас с дальней стороны производится. Сейчас вываживание. Двое друзей там у нас. Ага, есть. Очередная рыбка зачет. Сейчас пойдем узнаем, на что ловит. Друзья, ну вот обошел я сейчас водоем. Двигаюсь. Так, ребятам, которые в районе третьей беседочки расположились, есть поимочки, сейчас заодно посмотрим. Добрый день, доброе утро. Привет, Олег. Счастливый человек, да. Со спасенным недавно спиннингом был у нас инцидент, вылетел, да, из рук. Так, две штуки, две замечательные форельки, и нам, пожалуйста, секрет, на что ловим. На магот. Вот на этот вот? На сыр, да, обе. Это желто-красный, угу, сыр. Мне кажется, даже не магот, это какая-то другая личиночка. Магот. Магот прям, да, такой, да? Ну, может сыр, быть. Чиз. Вот такой симпатичненький. Обе на нее. И, кстати говоря, в прошлый раз, когда мы здесь были, Степаныч, на удочку тоже на магот первый поймал. Вот ровно такой, 4 было, осталось 2. Ну что ж, молодцы. Молодцы, хорошо работаешь. Спасибо. Продолжайте. Отлично.